Саш, привет! Как дела? Ну, судя по тому, что сегодня показали на одноклассниках, у тебя сегодня день рождения. С днем рождения тебя, Амиго! Как видишь, у нас еще греет солнце. Это Энгу. Это аквапарк наш. Рядом с яхт-клубом. Саш, что я тебе могу пожелать? Желаю тебе, прежде всего, здоровья, потому что это самое главное, что нам сейчас необходимо иметь. Мы не купим его ни за какие деньги, мы можем его только поддерживать. Что еще? Реализации всех твоих планов, которые ты надумал. А, что еще? Надежных и уверенных, стабильных друзей, которые всегда тебе помогут. Ну и ты, соответственно, сможешь дать им дельный совет. Любви и за понимание в семье. Надеюсь, киндера ты уже сделал. Что еще? Новых силовых показателей. Ну, я не знаю. Может быть, учеников в этой сфере, что, в принципе, сейчас является уже, можно сказать, даже честью. Что еще? Ну, самое основное тебя пожелал. Ну, а по нашей старой доброй традиции, желаю тебе, чтобы у тебя все было, и чтобы тебе за это ничего не было. Саш, сегодня твой день. Сегодня пьем за тебя, за твое здоровье. Надеюсь, когда-нибудь встретимся в реальной жизни. Это вместе. Как видишь, лето еще не хочет остывать. И далеко оно вряд ли отпустит. Я тебя еще раз поздравляю с днем рождения. Всех благ тебе, счастья, удачи, всего. Респект. Привет, Николаева.